Наконец-то мы собрались. Прошло 3 дня. Да. Заводимся и поехали на Конаковский мох. Наконец-то. Уже. Наконец-то. Время 2 часа 15 минут. Как настоящие, эти отдыхающие. Ну, с другой стороны, пятница же, но куда нам торопиться? У нас еще суббота и воскресенье впереди. Мы сегодня втроем, одно сиденье, STI свободно, там едет рюкзак с непонятным названием. Какой-то канал. Ничего страшного. Ну просто вышли снять хоть что-нибудь, потому что едем уже полчаса, ничего интересного не происходит. Доедешь до этого Конаковского мха, все желание. Привет, бросит. Шерп форсирует железную дорогу. На квадрике это всегда интересное приключение. Затрянешь между рельсами или нет, а шерп переезжает железку играющую. А тут дорога прям какая-то, да? Да, маршрут. Едем на Конаковский мох. Уже час, наверное, едем. Когда он уже начнется-то? Еще час. Еще час? Да мы уже вон, рядом. Жена меня заругает. Туда час, сюда час. Обещал к обеду быть дома. Да ладно. Мы только обед будем. Не, ну вы ехали 110, я смотрю, такие гуляют. Я вас видел, чуть-чуть не догнал. Thank you.
запах. Минус одна фара у нас. Две. А, минус одна фара. И минус одна фара. И минус два, вторая фара. То есть у нас все симметрично. Цваев капут. Едем уже. Не знаю сколько. Обещали, что поездка будет легкой. Что-то я не так, никогда так не радовался болоту, чтобы оно наступило, как сейчас. Да, дорога, которая была в прошлом, позапрошлом году автобаном, стала непроходимым лесом. Вот туда сейчас надо как-то проехать. Налево. Может, мы сегодня не доедем до этого Конаковского МХ. У нас нет шансов не доехать. Может быть, развернемся и поедем обратно? Нет. Нет? Обратно хуже уже ехать, чем вперед. Обратная дорога... Там единственное, знаешь, где болото? Это же? Нет, обратно, да? Да. Там тоже узко. Пройдем. Береза. Болот не приехали до сих пор. А это что, тебе не болот, что ли? Ну это не то прям мясо, которое там. Да в общем-то, может быть, нам мясо уже и не надо. Но оно хорошо идущее. Так. Слушай, сейчас предлагал сдаться. Намного интереснее, чем Оршинск. Во-первых, до него попробуй доберись. Было очень трудно к нему просто подъехать. Во-вторых, здесь такие красоты и передовые. Ну и вообще ехать интересно. Сейчас дом надо быть. Повысить среднюю скорость. Ох, лимонад какой грустный.
лимонад не пью, потому что не хочу. Мне через час домой. Жена ждет. Вот приеду скоро домой и выпью свой грушевый лимонад. Получили, что хотели. Главное, что перетали червячки. Дурной знак. Оршинский мох с нами поздоровался как следует. Ну вот едем, что ли. Получаем удовольствие. Мечтаем об ужине уже. Вот думаем, прыгать сюда или нет. Вариантов-то особо немного. Всего лишь два. Либо прыгать, либо ехать назад. Нет, назад-то вообще не вариант. Прошел час. Мы все там. Особо ничего не изменилось. В Москве я стал ближе метров на 200. Скоро стемнеет. На такой скорости мы давно не мчались. Конаковский мох, парень. Оршинский, конечно, неплох, но, по-моему, даже рядом не лежит. Мы сами не ожидали такого эффекта. По такой поверхности мы еще не ездили ни разу и ни на чем. Хочется сказать, что все пропало, но мы едем, как это ни странно. Шерп может.
что ветер всегда сам. А дойти нам осталось вон до того лесочка впереди. Вон там сосенка стоит впереди такая. Чувствуется, что она растет на суше. Осталось 100 метров. Я сейчас вытяну, где хлопос. Еще. Надо же сказать два слова. Мы облили себя дихлофосом. Короче, мы выехали из болота. Вот такую полянку вот нашли. Нашли и полянку. Впереди у нас Конаковский мох опять. Да. Конаковский мох 2. Смогли покушать на полянке. Позапускали дрона. Над нами летает Ми-8 с подвесками. Военный. Кого-то ищут. Мы подлетали к нему на дроне. Они от нас улетели. Вот. Выбрались мы из болота, из одного, и сейчас едем во второе, в следующее. В то, которое хотели изначально. Да, мы до него доехали, наконец. К ужину я уже не успеваю в Москву, я так понял. Ужин, похоже, уже прошел. Ужин, похоже, да. В общем, едем дальше. И к завтраку тоже. Шерп не подводит. У нас все хорошо. Только комаров много. Кто хочет шоколадку? Ну какая шоколадка, когда чай выпили? Куда вы? Поели. Ну уже мы не будем доставать, сейчас будет трясти и так далее. Все, поехали. Вон наша дорога. Сказали сфотографировать туман над водой. Над болотцем. Вечереет. Да. Закат с минуты на минуту. Случился уже. Нам еще ехать и ехать. Может, окна закрыть. А мы туманом любуемся. Или пока. Нормально. Не все же ездят за туманом. Некоторые просто катаются. Ну да. Ну погнали дальше.